Друзья, сейчас есть отличная возможность взять интервью чемпиона мира по дог-пуллер. Так что огонь сейчас будет вообще. Сейчас идем. Так, друзья, всем привет! И сейчас я хочу вас познакомить с чемпионом мира по дог-пуллеру, правильно? Да, да, да. Мне просто по секрету рассказали, что тут присутствует очень серьезный человек, который прям ниндзя в этом деле. И мы, наверное, сейчас спросим, как зовут, вообще, как стал на этот путь, как вообще собачкой начать. На путь ниндзя. Да, на путь ниндзя, да. Скажем, чемпионский путь, но ты уже доволен, что ты чемпион мира по дог-пуллеру? Это уже своего рода достижение какое-то. Зараз стремлюсь двухкратным чемпионом. Это круто. Я думаю, что все получится. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Серега. Серый. Для друзей бабчик просто. Ну, взагалі, да? Бабчик, мене все так знают. Супер. Скажи, какая порода и сколько готовил собачку? Це Бада Фокстер'єр, їй зараз 2,5 роки. Готовив собачку, так вийшло, що у 3 місяці вона до мене попала. І я зразу зайшов в магазин, купив пуллера, прочитав правила дог-пуллера, ну, на етикетці на пуллерах. І почав з нею займатися із 3 місяців. І так вийшло, що вона красава така, ну просто собака. А чого ж не показати її на всьому міру? Для цього создана просто. І виходить, викинув пару відео в YouTube. Мене замітили тут із Києва. Пригласили на змагання. Ну, я приїхав, два перші місця взяли, потім по рейтингу теж по Україні поїздили. Зайняли там якесь місце в рейтингу, ну, пройшли на відбірковий чемпіонат світу і... А скільки часу у тебе на підготовку або на тренування в день уходить? Ну, якщо взяти по часу, там, полчаса, час, там, або це просто в прогулках, і є якась методика там якась? Так, це, в принципі, так чисто і грами. Вийшли на прогулянку, знаю, позаймалися. Півгодини, 40 хвилин. Кайфуєте взагалі, да. От процесу, і ти і собака. День позанімались, на наступний день відпочили, просто прогулялися без пулерів. Ага. Потім на наступний день знову з пулерами. Ну, вона може... просто собака сама по собі, я навіть її, ну, до пулера дуже не тренував, вона Може, попробуємо, зараз покажеш уровень ніндзя, як це все робиться, буде дуже круто. А нужно время, я думаю, що ми такой можемо... Мастер-класс небольшой посмотреть, как вам надо час, процесс. Вам надо наш чемпионский танец. А еще можно такое? Да, это, ну, но типа я думаю, это будет очень круто. Типа и наш, я наш думаю, финт. Что, кому понравится, можно написать в комментариях, что понравилось, поставить лайк, так как это уже чемпионы у нас в кадре. Ну и я думаю, рассказать в комментариях, что конкретно понравилось, может, будут вопросы. Я думаю, что сам чемпион мира сможет у нас на канале ответить на все ваши задающие вопросы, если кому-то будет интересно. Да, правильно? Конечно. Вот. Значит, мы посмотрим, есть чемпионский танец, да, еще? Да, ну сейчас мы его продемонстрируем. Вообще круто! Огонь! Сейчас мы увидим вообще крутой танец. Ну, сейчас разогреемся. Да, конечно, разогрел. И полетели. У-ху! Блин, вот это да, круто. Красава. Ну, и она не отпускает пулер, пока я ей не покажу другий. Ну, вообще, ты ее приучил именно. Да, мы без слов работаем. Все. Чётенько. То есть у вас все на интуитивном уровне. Да, получается. Ну, мы просто... Вы как в паре, как да, синхронно, у нас как в танце работаем. Тандем. Вообще, ну после вот этих штук всех я понял, что это просто ниндзя. Ну, вот такой. Танец. Все, дай, молодец. Красава. Вообще круто, просто огонь, дай 5, ты крутой. Реально, вообще. Это реально нереально, я вам говорю, просто, блин, бомба. Так получается. Скажи, а когда вот эту, это как, ну, она же кайфует от того, что ты делаешь, вот эти все... Ну, мы разом кайфуем, ну, да, мы вот на одной волне просто. Да, молодцы, вообще прикольно. Кайф, ну я кайфую, смотрю, я не знаю, как передать, это просто огонь. И два штуки, держи этот и следующий забирай. Иди сюда. Дай, иди сюда. Давай следующий. Вообще супер. Скажи, молодец. А какие собаки вот ты встречал еще с такими же результатами, как у тебя, похоже, есть? Ну, на чемпионате мира у нас российский Фокс прыгал на 2 балла, ну из-за моей тупки, честно говоря. Ну, тоже Фокстерьер. Ну, а так-то
круто. Ну, из терьеров пока что. Ну, есть конкуренты, но. А из какого города? Золотоноша, Черкаська область. С Черкас, да? Да. Круто, круто. Дай сюда. Вот, да. Ну просто, просто, что сказать, просто это очень круто. Я не могу передать эмоции, я не знаю, как это будет видно. Вот спасибо. В кадре будет видно то, что делают, но когда видишь многие вещи вживую, просто, вот я не могу объяснить, как прям заряжаясь от такой энергии, очень крутой, блин, вот эти все штуки, шух-шух-шух-шух, вообще просто огонь. Вот. Какие-то, может, пожелания людям сказать, которые хотят заниматься, боятся, не боятся, там, просто вот что нужно для этого толчка и вот идти вот. Ну, главное просто любить свою собаку, реально, собака никогда этого не предаст, ну, сами знаете, да, это да, друг. Да. И, ну, мы, в принципе, знаем, просто друзья. И кайфуете. Да, мы кайфуем, нам все подобается обом. И... Мы больше никаким видом спорта не занимаемся. Только ну, вот эти. Только круто. Чисто собака пулер. Круто, ну, круто. Пулер дог. Вообще огонь. Ну все, друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. Я думаю, да. Есть кому поставить. Да, ставим лайк, пишем комментарии, что конкретно понравилось. Если есть вопросы, чемпион мира обязательно ответит на каждый комментарий. Я думаю, это будет несложно, конечно, он будет в доступе. Конечно. Вот. И я думаю, что... за самый лучший комментарий, за самый лучший комментарий мы сделаем небольшой приз. Я думаю, под вашу собаку тот комментарий, который выберет чемпион мира и посчитает его самым лучшим. Я подарю поводок Эволютор. Эволютор. Офигенно. И да, я думаю, офигенно. Можно, знаешь, что еще сделать? И мы от себя можем подарить набор пулера для там. Мы выберем лучший комментарий, да, там да. У нас на канале. И выберешь ты. И мы сделаем два подарка, анонсируем в Инстаграме. И все, как оно правильно, все требования или все условия будут в комментариях внизу. Все, спасибо тебе большое. Вообще круто, огонь. Спасибо. Я зарядился, не знаю, как вы. Все, будьте с нами, будьте на нашей волне. Собаки это кайф. Да. Спасибо всем, до свидания.